Так, что ты ждешь от эфира сегодняшнего? Буквально два слова. Потому что... Адекватного судейства. Жду очень сильно. И, в принципе, я очень хочу, чтобы моя команда выступила так как готовилась. Есть какие-то комментарии по поводу прошлого раза, по поводу оценок? Это их оценки. Я прислушиваюсь к тому, что Саша мог поставить. Окей, мало танцевал, в этот раз будет больше. А комментарии не танцующих людей меня как-то вообще не волнуют. Хорошо. Человек, который ни разу не ставил танец, он не знает. Это не яичницу оценить, не надо высидеть яйцо, а вот чтобы оценить постановку, танец, нужно быть хотя бы минимум танцором. Команда как настроена? Настроена потанцевать хорошо. Я не говорю им, что им нужно кого-то рвать. Я им говорю о том, что они должны достойно выступить. Хорошо, удачи вам. Спасибо.